Такая-то была, блядь, внезапная мышь, блядь. Эпическая мышь была, блядь. Короче, у чуваков все весело. Я думал, Лигата с вами еще. Интересно, как я тут буду издаем качать. Вы уже знаете, чем это кончится. Я тупо из ящика выпало, и все. Пушка. С 25 уровня, или как там, который 100% гарантирует. А что за 100% гарантирует, и что? В смысле, ты этапы проходишь, берешь 25 этап, и там у тебя как бы взятка на оружие. Типа тебе по-любому какая-то пушка упадет либо из новых, либо МК-2. Кого-то новый вапр. Душа. Командный бой. Проникнуть, найти и уничтожить. Буйство, ну... Ну да, эти СДМ покачались. Ну так я у тебя, блин, буйство забил. На случай этих важных перевернуть. Я понял. Покачаем на другой карте. Торг сломался. Здрасте. Блин, тут. Чел меня завалил, потому что я не понял, что он не свой. У нас преимущество. Ебанутая мышь. Блять, что нужно делать? Ну, как бы запрыгнул. Сука. Уничтожил вашу стрелу. Стрела прошла в пустую.
хуйство целиться, вы понимаете, блять, насколько у человека с головой в порядке. Здорово, все. С миротворцем, что дальше, блять? Он что, имбовый? Долбоёб, блять. И что? Сука. Там ёжик по центру карты. Обнаружена попытка взлома. Все, в рот его выебали. И еще один на меду сзади, сзади там. Убил. Со щитом у нас 3 спи. А, то есть он убирает щит, я по нему начинаю стрелять и регает в щит. Чё за хуйня? Пиздец, игра, блядь, конечно. Покойнички. Да прыгай ты уже, блядь. Барылая обезьяна. Да лучше с вапром в окне, блядь, сидеть и пиздеть на миротворца, что-то. Глубоёб. Почти готово. Закрепляйте успех. Ну, кстати, баг, короче, с этим... С чем? Ну, как с КАП-40 Реймон, типа, говорю, типа, хайде. Не показываются в килл-чате. Ну, то есть, ты, допустим, убиваешь чела в хедшот, а в килл-чате это отображается как в тело. Ты про страйф? Не, про миротворец. Ну, который стрейф. Чё? Пистолетик. Ну, который пистолетик. Да. И про миротворец. В смысле хуйня? Я говорю, ну, то, что у него хедшоты не отображаются. Я знаю, недоработанная хуйня именно. Я уже сколько всегда разов встретил с этой DLC-шной пушкой последней. Зона захвачена. Второй пират? СКС типа, да? Она похожа на СКС. Мне, кстати, пиздец кипер выпал. Я знаю. Я вентилятор слышал, мне въебало дует просто. Да. Тебе с обычного сундука он упал, который... Да, да, с одного, да? С одного, да, который... По одному предмету, куда... Я такой нихуя себе... Вечер 3 минуты на свечу, лол. Да, lucky skill. Да. Я просто не... Я не ожидал такого. Ну, а чё, нет. Смотрю историю резерва, говно там. Хотя, мне буйство выпало еще. Вот и пидор. Ну ладно, да. Инвайт кинешь или нет? Фулл лобби русская. Пока я в силах играть, а то я это, с работы пришел, что-то устал. Завтра зато двум часам. Заходи быстрее. Ща. Не работают кнопки, не работают! Бега! Я купил, короче, жвачку, как в детстве жвачка по рублю была. Я купил целую эту банку жвачки с таким вкусом. Заебись. Такой фруктово-ягодный микс называется. Тут жвачка в форме кружочков. Куда-то меня законнектило. Ну, надеюсь, в команду. Если нет, я ливну, я сегодня в плохом настроении. Нет, в хорошем настроении, не хочу его портить. Да, ты в команде. Черцовский вовремя. Бля, не то выбрал. Заебись. Альфа-задрот, lucky skills, какой-то чувак непонятный. Да, согласен. Там Магус. Спасибо, что мне согласился. Оплата за каждое убийство, всех в расход.
Бля, я не могу вот все. Если оружие есть КН, я играю с Магнусом. С, блять, с Мэддоксом, ёбаный. С мамой побеждаем. Прикладом. Да, раз я сейчас тоже буду обузить приклад, раз. Этому гандону. Ты должен понимать, что они долбоёбы все. Да. Чел с демона попал, блять, по мне и убил. Прикладика. Ща, блять, погоди, братан. Ага. Убил с прикладом. Нейтрализован. Ебало. Ебало. 0-2. Ну, блядь, как в этой игре респаунер? Я, короче, сегодня охуевал от хитбоксов. Чувак, меня постоянно один торчок за стеной убивал. То есть я за стену забегаю, в меня пуля влетает сразу. Понятно. Пристрелил. Ты сатая хуево, блядь. Да. У меня на съемной квартире я откопал в шкафу ёбаный вентилятор. Почему? Почему он ёбаный? Я просто стоял без ответа. Да не, просто. Меня осуждают. Вентилятор-то за... Нет, вентилятор-то заебись. О, ема. Да, отправьте, просто, что моряков мой сын. Просто, сука, я неделю жарился, блядь. И оказывается, все это время у меня был вентилятор. Просто представь. Правда, он очень громкий, пиздец. Я компьютер даже не слышу под звуками. Ваша штурмовая группа была ликвидирована. Боже! Как они ликвидировали мою группу? Демон МБА. Цель уничтожена. Реально? Демон просто демонический. Как же мне нравятся те, кто ноет, блять. Что-то там про дисбалансное оружие. Сам, блять, с милишкой, сука, играет на секондаре. Со... Что ты сказал? Со снайперкой играет, говорю, и милишкой, свинья. Да он в чат, блять, что-то кукарекает про мой пискипер. Не, ну пискипер заебись, наверное, я его поиграл. Хорошая пушка, но... Это как Мэддок. Упор он ебёт. Наверное, пескипер как Мэддок на релизе. Но перо, блядь, будет пожёстче. Перо ебёт вообще. Перо в дальняк не убивает. А да нахуй целится усатая хуйло, блядь. Долбоёб, блядь. Стоит, сука, прицел и лазер на АЦРе, блядь. Бля, это ты про этого пидора ходишь, ты говоришь? Который, типа, с ножом. Алмаз. Который там 1000, блядь, сколько-то там у него хуёв. В жопе. 1988 хуёв в жопе, у которого. Жесть, наверное. Сложно, наверное, жить с таким количеством хуёв в жопе. Он уже привык. Блять, сзади, ну! Что, блять? О, чувак. Ой-ой-ой. Отлично. И прикладом ударил, блять. Делать нечего. Самый боевый приклад в серии. Ну да. Я подрешил понабрать эту хуйню. Блять, пиздец. Ну сколько? 98% хп. Боль? А, может, раунд. Там чувак под упал. Да я уже застрелил. Фу, блядь, демоном не может убить. Дерьмо, блядь, кончено. Чувак мне въебало зарандомил одну пулю с... Да, ох, убил спирфайера, блядь. Убил. Умные люди просто с броней играют и не дуют в хуй. Абсолютно. Противник получил припасы. Вот броня заебись, её не надо нерфить. У этого пидора, и меня сразу рад. Вот казалось бы, у нас там респаун, а они все там. Ебись. Хорошо вкликнул пидора этого. Ну, ужас. Бля! Почему этой хуйни не видно? Было. Общий вызов. У противника часовой. У меня нет имбового оружия, поэтому я не пидор. Да, их выебал. Лол, киллчейн сделал. Хоть и с ебаного спектра, но это тоже. Это считается. Какого хера с двух пуль убивает эта хуйня? А, понятно, это крыса.
А раньше его нельзя было убить. Блять, блять! Я бы уже нюк набил. Так, мне блять, надо поставить за место мародера ебаного, блять, это. Я просто дохну, как долбоёб от тут печи. Тут сет, этот щит ебаный стоит. Я знаю, я на ней два раза уже был. Ну, торка ж надо было ебаного придумать. Что это за хуйня, блять? Да. Тут не нужно даже целиться, просто телом целишься и убиваешь все. Усатая мразь, блять. Он из бедра стреляет даже на километр. Долбоёб. Блевотина. Угу. Най, стреляешь на опережение, долбоёб, в упоре, блин. В голову попадаешь, уебан. Самая, блин, помойка. Бля, и тут чё? Прикладилка, сука ебаная, тварь. Дай я. Здесь добавить, короче, специалиста крутого, который будет. Бля! Пехотинца вычеркивает. А, ой, ебать, у него гол. Да. О, а... пульку дал из приклада хуйнул. Ну, он же крутой, блядь, пулик. Русский плэк. Там чувак альфа-альфа, аккуратно. Русский уёбок, я бы сказал. Там гей. Я в вас и не сомневался. Оглушенный, короче, по месту. Пидорасы, блядь. Все, киллчейн пошел, блядь. Зачем ты крочишь постоянно этого спектра, непонятно. Потому что бомжей убивать надо с ним. В Dark Souls переиграл. Вот так, послужи-ка нам. Я не долбоёб. Зарин, что-то знакомый никнейм, как будто где-то видел. Долбоёб. Нет, я его кого-то в другом Call of Duty видел. Может быть. Но он по свинья по-моему ебаная. Да, добись. Да, вот золотка, это вкус теряет, пиздец быстро. Хазенду давайте, хазенду. Самая хуёвая карта, но ты её любишь, я очень рад. Классная карта. Да, чё приду? Вы уже знаете, чем это кончится. Бля, по-моему, у меня не тот специалист. Я не понимаю, как это работает. У меня автоматический выбор стоит на серов всегда, но у меня все равно рандомов кидает. Даже если то, что серов там особо никто не кидает. Почему вы не с этими, с другими чуваками играете? С какими? Ну там еще есть. Бля, 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 бля! Что там будет? Вперед. Я не буду с ними стрелять, я просто сидюсь. Враг добегался. В этой игре рандома дохуя скилла минималка. А где, где наоборот все? Ага, понятно, понятно. А, он сидел, короче, все это время. Целись не могу. За бред. Хуя себе, чувак, вот этот 500-й престиж, он меня так крикнул, я просто. Он задрот ебаный со снайперкой. Он да. Такое вешает, блядь. Долбоёб.
Ну, я же говорю, я блядь, не задрот. Стреляться. Не пытайся. Они уничтожили наш маяк. А это твой звук? Прикончил Аякса. Я ухуя его в лоу хп его. Бля, чё с этой игрой вонючий, блядь. Она вонючая, очевидно же. Вонючая, блядь. Шаги! Я услышал шаги. Да, она вонючая, согласен. Не поспоришь. Опять, я в чуваку в бочину настрелял, решил уйти за угол, и он меня успел расстрелять с бутылки. Ебать, задрот, блядь, развернулся и прям рядом со мной выступил со скобой. Вот это, блядь, реально долбоёб, он всю жизнь играет со снайперкой, больше ни с чем. Да. Это факт. Там дым, блядь. Блядь, буйство. Чё, блядь, вот я, когда у меня ударила милишка, у меня вверх почему-то мышку кинуло. Нет, там задрот со скопой, но его нахуй. Я ебал его. Уебан. Посвожу заграждение. Мне больше всего нравится баг, когда бля, человек стреляет. Бля, я не могу даже. Он реально жесткий задрот. Он меня подождал, и он... О, бля. Долбоёб, алё, у него явно за место мозгов, блин, что-то чего... Чего, почему я гореть? Чё, блядь? Чё, как ты меня убил? Ну-ка, оп, вот это... Бля! Я за стеной был, меня убили со снайперки, это как? Блядь, даже на повторе, на повторе было видно, что он мимо выстрелил, но я умер. А, это работа. Нет, реально, в было видно, что я от него. Какого хера, я не понимаю. Он себе попасть, блядь, не может. Нога чешется, пиздец. Батарея убита. Блядь, и милишка. Свинья тупая, блядь. Окей, респаун убил. Давай, братан, еще, бля, хуйни. Согласен. И с милишки зарезал, пидорас ебаный, трайхардит. Ну да, это я заметил. Гоуст! Блин, Руин запрашивает посылку с припасами. Это игра параша, очевидно. Ваш ВПЛА уничтожен противником. Бля, в этой игре вообще целиться не надо, тогда мы что-то заебись, я тоже понял. При этом здесь хипфайр самый... Кстати, здесь, на удивление, хипфайр без всяких перков самый балансовый. Типа реально. Так, чё у меня запущено? Бомж, блядь, подсуетился там со своим кардитом, ваншотнул меня, блядь, долбоёб. Тупой, нахуй, сам даже не понял, что произошло. Бля, я чё-то в ебало попасть должен был сейчас. Пауни. Да, он ебаный. Снайпер. Чувак просто выпрыгнул на меня и без промаха. Бля, он реально задрот, он никак их нет. Фаербрейк убит. Втроём здесь! Да ебать, три человека, серьезно. Был один, стал второй. У них на базе за ящиком сидит долба. Тут номер один будет. Спасибо. Спасибо.
Опять огонь! Один и тот же чувак меня ждет в одном и том же месте постоянно. Ах ты, сука. Обнажи клинок. И сзади, естественно. Зато маячок, маячок, милашка. Чувак промазал с ножа, ой, со снайперки, сразу же сменился на делишку и меня зарашил. Ты понимаешь, насколько он бомжара ебаная? Хотя я у них никнейм не помню. Нахуй целится. Как там у этого пидора снайперского никнейма, я забыл, он русня что ли, или он не русня? Пин 20 у него, скорее всего, значит, да. Значит, он русский. Блять, я думал, что всякие пидоры в МВ2 остались, а оказывается, и здесь есть. Ну, есть один пидор у меня знакомый, даже два. Блять, надеюсь, он сдохнет нафиг от брака прямой кишки. Чертовски вовремя. Не знаю, почему я постоянно за серов играю. Меня другие вообще как-то не вкатывают. Эх, из. Это как ты постоянно играешь за Спектр, только Спектр всегда был для пидоров. Командный бой. Ладно, пидор. Пора заработать. Что стреляешь, блин, охерело? Так, этот гадко... О, он ливнул. Плюс первый. А, это ты стрелял, ебать. Бля, там сверху есть чувак. Ну, блядь, серьезно? Именно в тот момент, когда я решил залезть на спидера со снайперкой, мне в спину начал стрелять с другого конца карты чувак. И снайпер вообще просто ваншот целясь. Игра меня ненавидит. Колючка готова. Так, меня слышно? Да. Да. Я убрал дроли, я не знаю, дроли, что он мне микрофон говорит. Блять, не засели, законченный, блять. Я просто пытался бежать вперед, мне в спину два шота со снайпера кидали. Я встал, UAV, блять, отсюда. Долбоёба, вот граш сидит на жопе. Наверху вот здесь есть пидор. Блять, сука, ебать они сидят, блять. А вот тут пидор с этим. А, понятно. Нахуй. Мы играем против Параш. Я, блядь, сдохну просто потом. Они сидят, простреливают, блядь, длину, блядь. Да, там этот, на колючках, блядь, дрочат нас. Сзади лакет. А, и, сука, сидит, блядь, сын тупой шлюхи. Лава. Да, конечно, Мэтекс сосет хуй. В окно только не лезьте, этот хуй там сидит, блядь. Прочее. Да я бы хотел бы залезть на самом деле. Ну я бы говорил. Я его въебал, их там трое. Блядь. Фаербрейк, блядь, заняли. Я хотел два фаербрейка, нихуя не делаю, бля. Я бы
Иджи там нахуй. Надо его иджи. Они там еще мину поставили. Не мина, а это хуйня печка. Я там печки поставили, да и пиздец. Ну не долбоёбы, это видно. Долбоёб, блядь. Нет бы квиком меня в спину убить. Он берет милишки, блядь. Так самый, сука, гнилой, блядь, тюеб. Сзади альфа, сзади альфа! Да, бля, хуй, никого не вижу, блядь. Сори, я не мог среагировать нормально. Ага, два щита, там два щита, блядь. Так, есть, один лоу хп, у кого там щит? Ну, ебать вы обоссаны. Магус, дай туда руну, блядь. Я там сижу у них. В домике. Ну, в окне, блядь, сидят. Все, там никого нету, чисто там. Я зачистил. Ну въеби руина, блядь, по этим щитам. У меня пока очков не хватает, чтобы въебать. Я на центр поставлю, спал. Я пока здесь сижу, жду их. Бля, чело ебать. Бля, просто они долбоебы, это видно даже. Сейчас сюда приду. Господи, ну почему ты с милишкой, ёбаный кусок долбоёба, блядь? Ты понимаешь, что я в чувака просто стреляю ему в спину? Его нихуя не регает. Наш маяк выключен. А если бы его регнуло, это одну пульку, я бы выжил. В смысле? Подожди, что это за? Блядь, охуенно, мне показал хит-маркер, я в упор с дробовика въебал. О, он щит поставил. А как он сзади оказался, блядь? Я по нему, блядь, нихуя не зарегал. Ни одного ебаного. Чувак просто вправо-влево двигался, я в него попасть не мог, потому что он от бедра вправо-влево стрелял с кардита стандартного, который подпол. Я в него вообще не мог попасть, я просто, блядь, пытался понять. Я просто двигался мышкой вправо-влево. У него стандартный кардит? Да. А он вправо-влево двигался с огромной скоростью. Я в него просто попасть не мог. Типа, блядь, он на повторе уже умер у меня, блядь, и я умер. Вместе с ним, блядь. Бля, в смысле я не попал? Это что такое, блядь? А, твой в окне. Это чё за ёбань, блядь? Обнаружен хеллсторм противника. Это рандомные мили-файты. Не-не-не, это, блядь... Вот, блядь, из всей команды именно в меня влетит! Ёбаный рот, блядь, игра, блядь, долбоёбов нахуй. Противник получает припасы. Чё, как посидел, братан? Мало получил. Нужно базу убрать. Не, сейчас с одной пули. Лег с бильярдный. Блин, цели в домике там ебаном. Козел нахуй, сам. Я не понимаю, где враги находятся. По центру они, по центру. Да я знаю, где они, долбоёбы. Меня раздражают. А, понятно, я говорю, что полный смарт просто. Блять, ну пиздец. Они по центру. Что такое, нахуй, меня стилят в фиге, блять. Дамаг, нахуй, 4000, сука. Там, смотри, там щит, щиты лаки. Там знаешь... чувак побежал, налево, налево, Лакин, иди налево. Блять, в спине, куда он? Сука. Ты вкинул мне в ебало, заебись. Там снайпер в окне. Я убил. Он выпрыгнул. Просто дал поёб. Сзади, сзади, Лакин, сзади! Да я... Это не я был. Бля, мне спину просто ебашу! Ну, блядь, ты заебался одной пули добивать. Все у вас, что ли? О, с милишкой, блядь, бежит нахуй. Бля, заебись, заебись, залетел. Я чувак в ноги два раза стрелял. Попал. Тут сетка стоит в проходе. Тут кто-то в доме. Блять. На нахуй ваншот, блять. Только голова торчит, он меня вкинул. Даже не видел меня, сука. Чуваки от бедра ебашат с хуеты, типа всякой. Как она называется вообще? Бля, сетка опять! Понятно, спектр, блять, ясно. Спектр? Я тогда фигу снимаю. Я понял, где он. В смысле, блядь, почему по нему не регает, блядь? Раз, блядь. Народ, мразь, блядь. Просто сейчас говорите, где они, и все будет хорошо. Высылайте сюда самолет, блядь. Самого пидора поставил, блядь. Он сидит 13 см, блядь. 11. Все это время он в углу стоял. Че это
вражеская или наша? Наша. Это я. Теперь они еще больше. Сука, два дауна стоит брейк, мне, блядь, ноль только. Долбоёбы, они вечно в домах сидят, блядь. Чмошники, блядь, хоть раз сожгли их, блядь. Подох, трак. Кто мне спиной был все это время? Я тут просто вопрос, кто? Вот, блядь, я вижу, у меня за спиной тиммейт. Как у меня враг-то, блядь, оказывается за спиной? Ёбаный, блядь, хуйня нахуй. Игра. Горит, опа нахуй. Да, блять, они конченые, блядь. Ёбаная, блядь, нация тигрудов, блядь. Глушённый, я так стрелял. Ага, заебись. Враг добегался. Чё за смог, блядь, 200 IQ нахуй. Ну как бы, блять, мозга-то нету, ножичек там, руин, вся хуйня, просто прожать, ебало, стопать. И бля, надеюсь, их семьи, блять, сдохнут от рака. Ну, и, на самом деле, сдохнут, скорее всего, мозгов. Отличный план, блестящее исполнение. Бля, ёбаная параша, просто, блять, долбоёбы, все сосали хуй, все равно, блять, что-то, блять, что пытались показать. Один СМ. Давно у меня так не горело, блядь. Да, вообще-то горело. Не понимаю, на меня три раза этот кнайфраннер выбегает, я ему тупо въебало с дробовика стреляю, блядь. Нет, ебать, не попал, блядь. Тупо не попал, блядь. Ну да, он по прямой бежит, я не попал, блядь. Потому что игрок... Чувак, если меня снайпер ваншотает, когда я нахожусь за стеной, он даже в модельку не попадает, но убивает. Ура, наклейка, блядь. Ура, раскраска буконьер, блядь, на Николая, блядь, для затмения. Класс, спасибо. Бля, не дописал. Бля, да ладно бы еще, бля, фаербрейка бы дали, блядь, я бы их выжигал постоянно, блядь. Нет, два конченых, блядь, забрали двух фаербрейков, блядь, и вообще... И даже не пытались их выжечь, блядь, нахуй они вообще их взяли. Чертовски вовремя. Ну, типа, бо 3. Имба. Надо взять и хуй пососать. Эти хуйсосы ливнули, короче, все, походу. Там этот остался гараж. Надеюсь, это не Реймонд. Надеюсь. Чётко. Командный бой. Параша, блядь. Сука, СССР, блядь. Тварь. Тварь тупая, бля. Надеюсь, он долго выдумывал. У нас преимущество. Больше не краш. А, заебись, у меня как бы за спиной враг, но как он там оказался, а. Как говорится, русне падает, хуета зеленая, всякие вот пистолеты имбовые, блядь. А мне как блядь. Я попасть не могу, какую-то хрень. Тишина, блядь, ГОСТ. Ёбаное буйство. Флаг, иди направо. На кровати? Я через крышу тебя не вижу. Лаки там чувак, еще один. И еще один, блять. Здорово. Что тебе помогла фигня? Ты делал? Что я тебе говорю? Ты мне не сказал, что делать. Вчера же говорил. Какой-то строчек. Там чувак, блядь. Пидорас, блять. Ебаный ватный. У него, блять, тег СССР, блять, я не знаю, прям нахуй. Ватый воняет. Он ничего придумать не смог, блять.
лучше. Как же и в жизни, блядь, там ларьки нахуй воровал, блядь, с продуктами, нахуй. Согласен. Огурец себе в жопу, блядь, засовывал, ага. Убегал с ним. А потом кушал его. Через стену. Сын, блядь, из бустом. Заебись, наверное, играет с бустом. У меня пули кончились. Дурак добегался. Ну, а сидит, блядь, вообще нахуй бегать. Свинья тупая, ебала тебе. Ногами. Реально, у меня пули кончились, я ничего не могу сделать. Я у них на респауне без пули. Вообще. Короче, храбрый. Как дела? Нормально? Чё? Давай, давай, выжигай, выжигай, блядь, хуево ебаное. Ёбки, блядь. А этот буст, он стоит, я хиляюсь, блядь. А, заебись. Пахнет вкусно, воняет. Убрал спектра. Блять, вот чтоб мне перо, блять, выпало. Бля, заебись. Я на топку, блядь, как пошел. Бля, ты видишь, как быстро. Как быстро без брони ты сжигаешься. Лаги. Знаешь, почему ты не будешь рад, если перо выпадет? Что? Знаешь, почему ты не будешь рад, если перо выпадет? Ну. Нужно качаться у тебя. Чё? Руин не будет качаться? С припасами. Как и это самый. С чего ты взял? Не знаю. Пискипер же качается. У чувака осталось 1 хп. У тебя МК2 бустит, чё забудь? Ну и что? Что? У меня кошка МК2 и чё, она тоже качается? У тебя обычная кошка, а буст у тебя обычного нет. Я не понимаю, о чём он говорит. Ты выяснишь, как будто по либо он тебя, наверное, хочу последнюю катку. Ок. У тебя его не будет. Бля, чё с отдачей нахуй? Чё? Охотимся. Вот у них там жесткий тонер. Тактический маяк включён. Ты меня сейчас убил через себя. Ты понимаешь, колду, который... Я говорю, есть колду, просто люди, которые без головы играют, да? А есть люди, которые чуть-чуть соображают хотя бы. Вот за нас. Откуда у них эта хуйня? Если не секрет. Чё откуда ты? У них эта хуйня? Алло. Зеленые? Ссылки может. Они справа у воды, слышишь? Да, обратно пока. Да, да, с дробовиком, конечно, блять, конечно. А, это, блядь, ну, чувак, блядь, просто стоит, смотрит, блядь, в одну точку и нихуя не двигается. Заебись, блядь, играем. С калашом, блядь. Минус, что ли? Ёбки, сука. Нормально. Мне просто в ебало залетело дробь. Крамер 2, нахуй, серьезно. Ну, как и PUBG, блядь, все шутеры в мире, потому что комьюнити основном от долбоёбов. А те, кто пытается оказаться не долбоёбов, еще больше. Еще больше блядь. Одним врагом меньше. Я знаю, что тут заспаунить уебаный. Норм, бега. Есть! Блять, он мне одним выстрелом снес всего лишь 50 хп, а потом резко ваншот. Заебись! Как же все-таки шатает Медекс вправо-влево иногда? Я просто не могу его контролировать, реально. Ага, ага, ясно, блять. Меня кто-то заблочил. Пришлю. Бля, меня жгут, сука! Бля, не по таймингу, пока я шутганера пытаюсь там запикать. Меня, блять, просто сожгли нахуй. Да иди ты в пизду со своим, блять, буйством, долбоёб. Ну, конечно, и вдвое внизу побегут. Там двое. Свиньи. Пиздец, пизданутые нелюди. Так, минус один. Минус три. Это сидит, бля, свинья. Чё, блядь? И у меня сейчас не зарегало в чувака с бустом, заебись. То есть, когда чуваки на повторе стреляют в меня, я смотрю, повтор даже в модельку мою не попал.
Да иди, блядь, килкинг-бок. Я, блядь, чувака попадаю идеально. Просто перфект, как говорится. Заебись, сидишь, блядь, не боюсь. Просто хвоста высасывает. Цель уничтожена. То есть, как работает хитбокс, на самом деле, понятно. А, блядь. Сори. С ракетницы охуел там стрелять, длинные уебок. Я бы, блядь, 24 на 7 играл в колду, у меня рука не отваливалась, и на атомы не расщепляла. Там их слишком много, по-моему, сори так. Ну да, один хп остается урода, блядь, пока по бомжу на респауне под... Я ненавижу эту игру. Цели задания полностью достигнуты. Игра просто параша. Только ради пискипера, блять, играть возможно стоит. Добавили пачку новых имбовых стволов. Очень интересно, наверное, играть теперь будет. Которые хуй выбьешь, блять. Ну, в смысле, тут, как ты видишь, у Лаки уже есть и что-то, а вот этот последний, блять, с СКС, значит, заебись пушка. У тебя есть? Нету. У меня есть? Нету. Ты про СКС, которая 100% у нас у всех будет? В смысле, на 50-м говно, которое с трех выстрелов убивает? А, да, на любой дистанции, правда, только. Ну да. Сейчас бы со скобы три раза по кому-то попадать, ближе побить. А, ну поставил, там нормальный прицел, заебись. Не проще взять любую штурмовку и убивать с трех выстрелов, блядь, на любой дистанции, блядь. Да, попробуй убить с трех выстрелов с Мэддокса на любой дистанции. У него минимальный урон, меняем минимальный. Ну, да, давай, давай, пистолет еще возьми, блядь, не знаю, и убивай, блядь. Или какой-нибудь Мэддокс, как это называется, вапор. Чё? Да. Мэддокс в этой игре это пол-ППшка, блядь. Нет, Мэддокс был нормальным, пока я ему не понял. Какая разница, какой он был. Зачем нерфит хорошие пушки, да? А вот демон убивает, блядь, на огромной дистанции с 2-3 чередей. А это что, полуштурмовка? Не знает. Ну потому что, блядь, берешь АБР, хуй, блядь, кого убьешь с его-то скорострельностью. Берешь демон, трынь-трынь-трынь, все. Вовремя. Вот пискипер это вроде ПП и автомат. Ну, пискипер просто стабильная пушка, скорее всего. Она в БО-3, например, не то чтобы мощная, но приятная. Я не знаю, мне нравится Мэддокс. Он мне еще, блядь, в бете или в альфе, ну, блядь, короче, хз, нравился. Я его сразу перманентно открыл. В БО-3 пискипер, по-моему, раза в 3 больше, блядь, выглядит. Нет, у тебя просто там руки раза в 3 длиннее, поэтому кажется, что он больше. Хуй знает. Командный бой. Ну типа, когда у тебя пискипер, блядь, в ворту находится, хватит. Ситуация под контролем. Жесткий чувак. Игра началась, он уже, блядь, вообще шутит жестко прям. Свинья. Сидит на втором этаже, хуй. Братай? Он съебался уже. Тюмень, блять, на если чел они, блядь, 13 см, тюмень. Бля! Мне Мэддокс. Нет, Мэддоксу хотя бы отдачу горизонтального понизить, и уже будет заебись. На дистанции это реально как-то просто. Не убивает, и он стреляет. Ну, вблизи нормально. Относительно. Я пытаюсь, блять, вообще не стрелять с Мэддокса на дистанции, но приходится. Размечаю площадку для приема посылки. Бля, одной просто пуль у меня оставалось, я буду. Так, ставим. Бля! До свидания. Тьма смущается. Оооо, алмазная снайперская винтовка. Там каленый один. Сука, блядь, пиздец, покачаешься. Маяк выключен. Дымовая пошла. Можно в голову? Спасибо. Только не мне. Покойнички. Можно я буду так. Можно в голову не попадать, хотя бы иногда. Там съебались уже.
хорошо, отлично прям. Снайпер меня вытащил. Меня снайпер вытащил, прям одним попаданием своим. Да блять. Бля, паладин, сука, нет, заебись, нахуй. Нормально бегаем, ладно, так назад посмотрю. Блять, ну можно я его убью, пожалуйста? Но я не думал, что ты это специально сделал. Если ты просто... Потому что я попросил, ну их просто меня раздражают, эти пидоры красивые. Я бы каждому хуйной в жопу засунул, его же. Там еще один чувак был. Блять, я письмо. Требуется воздушная разведка. Че, блять? Бля, серьезно, я еле-еле их убил. Я, если, была, если бы отдача контролилась сейчас лучше, я бы их давно убил. Мелкими дольками. Ну, блядь. Ну, в голову попал его. Сори. Бля, я вчера попробовал без коврика поиграть на столе, блядь, деревянном. Да ебись, конечно, он только попасть нереально никого. Потому что у меня там гладкий. А то, блядь, не мешает, это тот факт, что публика постоянно не хватает, я развернуться не могу на 360 иногда. Интересно, этот модуль, который, типа, периферийное зрение на медексе увеличивает, типа, вторая рукоятка или что там, второй приклад. Он заебит или нет? Его на контур смотреть не играет. Все-таки, блять, все пушки, которые здесь двуххитовки, они имбовые пиздец. Вот, да. Я не хочу вот мозгов когда... нету, чтобы стрелять. О, не надо, точнее. Ну хоть. Сенсорный дрочек. У меня 24 вроде. 23-24. Молодец! Я тебя люблю, это кстати. Фидер стоит. Брутал. Респаун, сейчас я продамажу кому-нибудь. Я вниз. Чувак, есть чувак, за что у меня еще чувак. Ладно, я разберусь. Ты не убиваешься. Сзади, Лаки, сзади! С гастом. Не, у него... Блин, это даун! Я третьего брутала слил сегодня. Ну я нюкер уже набил, поэтому мне не надо. Чувак просто в углу стоял, он не пытался меня перестрелять. Это, убежал в угол, блядь. Хотя мне три раза без клик не шапнул. Заебись как бы. Живешь или умираешь? Бля, всегда так. Бля, сзади! Бля! 9 хп! Ебать, как я отдачу сейчас зажимал! Пиздец, чисто все рекойл. Как так-то, а? С этим справились. Нет, он просто в спину резнулся. Алло, это респауны говно в этой игре. Он тебе нагло в спину резнулся. Там наш респаун был, но его резнул в спину. Бля, пиздец, всегда бы так отдачу зажимать. Скиллкам. Руина прикончил. ЛЦУ я получил на свою пушку. Можете, что мы с ним делать? Ну, я надеюсь, я во взятке что-нибудь хорошее получу, а не какую-нибудь ёбаную милишку для пидоров. Yeah.
Лички, все, да. Пацаны вышли, наигрались, блять. Убил спину меня на брутале, хуй. И вышел. Я никого не видел на карте, блять. Меня то в спину, блять, то перестреляют. Ебал я в рот. Кого там кот? Реймонд. У тебя кот есть? У него собака есть. Давно уже вообще-то. Сейчас я никогда кота у тебя не слышал. Сколько лет знакомый в жизни кота у тебя не ощущал. Ощущал. Чертовски вовремя. Я. Ой, бля, это Тайован. А, нет, это Марокко. Вот. Там какая DLC-шная. А, здесь DLC-шная карта вышла, которая из DLC Black Ops 2. Добавляйте DLC, DLC-шные карты положь в прошлых мап. Охуенно. Денер, а ты уже шутил про DLC Писпискер, который в БО3 тоже DLC, которого в Лаки нет, но у него в БО4 есть пиписькер. Я не знал, что у него нет, но у меня есть в БО3 пиписькер. Ну видишь, у него нету, зато БО4 ему со зато у него есть БО3 этот МСМЦ. Знаешь, что МСМЦ добавит с такими же штатами, как в БО3. Охуенно. Да и он лаки не выпадет. Нет, а он мне выпадет, и у меня будет 3 хитов на любой дистанции. О, я буду, конечно, орать. Он орать? Орать. Блять, я иногда так жестко бесприкал все-таки. Нет, не отлиди нахуй со своим шотганом, гной. Твой лаки, у тебя уже левел, контракт. А что это за контракт? Уже добавили, кстати, этого контракта или нет? Ну какой у тебя? 13 вроде, 12. Да, с дробовика, блять, хитнул меня со своими огненными, рус-пидор. 13 см, блять. Один нахуй, не хочешь? 1 см, да. Мы отстаём. Почему? Вот мне не нравится, хватит. Когда стреляешь. Вот? Когда стреляешь, блять, ты с прикладом, блять. Ладно, мне не дают сказать. Нормально. Бля, вот это как? С ним всё. Я сейчас опять на брутале слился, Женя. Хочешь, как минус свинья с гостом убила? Минус, минус! Да. Блядь! Заебись, у чувака, да блядь, какая-то. Пошли оказалось. Не нафиг, лаки. Согласен? Да. Ставлю респаунилку. А, понимаешь, я поставил респаунилку, но мне всех спину зарезало. Я понимаю, почему они не могут пофиксить респаун в этой игре. Ну либо я что-то не понимаю. Я тоже тебя что-то не понимаю. Да. Да, на ним бабу. Сзади уже, кстати. Еще один. У меня ОХП. С шотганчиком, блять. Он всю игру меня овнит с этого дробовика, ебат. Выстрелил, убил. Там котик плачет. Он не плачет, он общается, да, бар? Он сидит на комоде и мявкает, да? Мау-мау-мау. Я хочу, чтобы в этой игре просто перестали респаун быть хуёвыми. Да не один такой. Перестали обузить ебаные дробовики. Нет, этого не будет. Ну, маму ебало. А вот респауны нормальные в эту игру завести можно. Отправьте сюда беспилотник. Ебать их туда. Но, блять, рабочий. С гастом? С гастом, да. Конечно. Гост открывается на первом уровне, заебись. Не, имба. Бля, опять зажал идеально, заебись. Всегда вот так, блять, рандомно. Блять, как вы заебали нахуй. Перо, блин, в очко себе засунь, уебок. Два рапидфайера, блять. Сейчас крикнет. Не зови. Там двое. А, там заебись. Там, блядь, вся команда нахуй. Да, охуенно респаун, это я не в первый раз доказываю, что игра пора. Ну, шотганер, до свидания. Просто они все тут резаются. И, блядь, паровозиком нахуй ходят. Там еще один был. Ну, уже вот здесь, конечно. Заебись. Блять. Маяк выключен.
Тут хуй с гастом где-то его убил. А, можно я его убью? Я-то горел! Меня тиммейт, короче, перед ебалом во время выстрела, короче, да с аннигилятора. Тиммейт у меня перед ебалом пробежал, я помог. Нахуй иди, ну-ка дай мне. Блять, это спас. Это что? Атачу фискером такая же? Это тут... Алло, есть атачу по фискера или нет в этой игре? Нету. Один хп, блять, остался у чела за пиздец. И он съебался куда-то, семья. А у свата больше отдачи или эпипискера, кто знает? Ну, в этой игре вообще никакого оружия отдачи нет. Блять, не надо так говорить. Ха! Я хотел его прикладом, так, а, понятно. Руин запрашивает беспилотник. Бля, заебись сейчас, давай, крутись, вертись. Я тут респаун поставлю. Просто на респаун залетел, минус респаун. Да лучше бы я на нюк. Блять, шел, я пизданулся вниз, почему? Руин запрашивает беспилотник. У нас получилось. Продолжаем. Ты поставил тут спаун, но они спаунятся. Потому что игра говно. Это наш маяк выключен. Что? ППЛА, уровень заряда 50%. Чем является игра? С дробовиком. Он, понимаешь, он не целится. Ой, не стреляет по мне, он выцеливает. Я не могу понять, сват говно или нет? Кто мне может мнение оставить? Ну, такое, если бы его нюк давал. О, все, взял, блядь, бандита, хуй. Он не особо вкатывает. Но он получше ICR, это очевидно. За счет просто наличия приклада и быстрой перезарядки. По-моему, или снайперки сломали? А то почему-то постоянно, когда меня убивает снайпер, он попадает не в мою модельку, а возле нее. Или я не прав? Какого раньше не было? Он просто горячий. О, 55%. Я вот есть, на самом деле я обижусь, если мне сват выпадет. Их маяк включен. Не обижусь, если мне выпадет какой-нибудь, ну не знаю, пискипер или... Как там эта штучка называется-то? Что тут еще? Как эта пушка называется? Перо. А что лучше, демон или перо? Не знаю. Перо. Чё? Я не услышал. Перо. Почему перо? То, что оно быстрее. Что у него два рапидфайра, блядь, наверное. А демон тоже заебись. Вроде как. Почему не демон? Почему вот кто имбовый? Не могу даже сам понять. Если лаки таймит нормально, то лучше демон будет. А если он просто пострелять хочет, то, ну, понимаете, перо. Ну да. Пискер прикольный. Ну, он висит... О, ура, у меня сундук заебумба. Надо. У меня сундуков ничего, кроме этого Slums. Камуфляжа гейского не падало. Который, типа... Да, это коробка. Ну, естественно, сламс, алё. Чё ещё? У меня 12 уровень этапа Раймонд. Угу. Ну ты там, наверное, в попаханте или как это называется? Так я, ну, играл. Так что там жопа, тоже жопа горит, лаки. Так я про то, что там экспа больше на этапа. Ну, просто экспа зависит от времени. Ляжки болят, пиздец. В смысле, то есть я играю одну катку, а ты 2-3. Хотя нет, наверное, 2-3 где-то, да. Как быстро качаться просто, чтобы быстро-быстро, каждый раунд по одному уровню получать? Если вот это было бы заебись. Например, одна игра, один уровень черного рынка. 50 игр, все, ты открыл все, весь контент. Ну, это вот эти, хотят же этот завести. Как в ВВ2. Знаете, чем это кончится? Контракт. Приказы. Да. И что там, контракт. Можно будет, как я, если можно будет сундуки, которые по 3 лута, которые платные с 200 ЦП, то заебись. Ну, да, если будут там эти одноразовые сундуки, которые по одной штучке, это хуйня. Не, там по 3 будут давать. Как в бодре. Заебись! Заебись!
Командный бой. А вы в О3 какие сундуки открывали? С бонусами всякие. С бонусами. Я только который по 3 открывал. Ну я за 45 там открывал. Мы побеждаем. За 45 это какие? Просто стоит, блять, это рочит будет. За 45 это два синеньких. Их потом просто добавили, а сначала за 30 открывал, где типа синий сундук за 30 открыл. Я что-то не помню, где, где было два. Еще один был... на пескипер лист. Смотри, Макус. Там были... Ты не договаривай. За 30 скрип, да? Синенький, помнишь, да? Да, да. За 10 скрипта. Да, пидорас, это пидорас. Потом это там пидорас. Было за 45 скрипта 6 серых, и за 45 скрипта 2 синих, понял? Да. Я понял, но я их почему-то не помню. Куда он справа-то оказался? Реально. Тема ясна, но я ее не помню. Пиздец, блин, кидай смок от бедра. Бля, какой же шотган имбовый, ёбаный в рот. Зачем? То, что у него 4 пули или 5, блять, это не значит, что он менее имбовым стал. У него 4. Снайпер, я ж материю качал. А? Я говорю, я ж материю качал, там 4. Все равно, хуй, блять, имба. Реально, я не говорю, что не имба. С таким стыкайся. Бля. Номад убит. Там лоха по шотганам справа. Господи. Бля, там крысит все. Спускайте беспилотник. Бля, этот пидорас, блять, они в чё, они, если они в пескипер будут добавлять бесконечно, я уже не могу играть в Black Ops. Постоянно, не пескипер, а эти... Убрал зеро. Сука, ублюдок. Чем? Чем добавлять одни и те же постоянно? Слушайте выборы, блядь. Ну, фантазии малого разраба. Ну, блядь, барабаны, блядь, барабан. Нормально наверху стоит. Блядь, ну... Сука. Стрелил. Я убил их отсюда. Шотганы! Не, я убегу. Они будут стрелять. Блять, 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 шотганер, мама, ебал. А, я тоже. Ага, ты мы! А ты видишь что-нибудь дыма? Я ж спектр, я не вижу. Это же не твой дым вроде бы. Это мой. Руин запрашивает. Спектр видит дым своих. Не, ты не понял. Я думал, что это вражеский ты. Нет, он пикает обычно. Окей, пикает. Блин, там этот хуй с бандитом. Да? Да. Я думал, что хуй с кардитом. Руин запрашивает посылку с припасами. Бля, пули опять кончаются, заебись. Тактический маяк включен. Ваш маяк выключен. Бля, как я устал постоянно от электрошока. Ну, блять, на которые эти гранаты. Чем они их кидают? Полезно. Че он не сдохло, сука? Мы, блять, этот снайпер 13 сантиметров, он еще русский или нет, не понятно. Да. Блять, значит, это щит, упоёб. Блять, я как тебе так уничтожить русских? Себя, блять, в конце себя. Противник вызвал ППЛА. Спасибо, что прикрыли. Он шотганом в гараже хуй сидит. Я хочу в пескипер потрогать. Блять, ну опять нюх слили, ну ёб твою мать! Да. И брутал уже!
И какой-то членосос там со своим хакером ебаным. Малый пар раздражает. Противника часовой. Это дезморалит. Кто в 28 умер? Бля, откуда у них турель опять? У меня сейчас инфаркт, блядь, будет от этой игры. Миокарда? Почти готово. Закрепляйте успех. Прости, я думал, что это враг. Почему так долго эта хуйня отходит? Это враг, 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 враг! Вирус противника удален. Опять брутал я набил, блядь. Бля, откуда такой дэмэдж? Какого хера Саука на дистанцию перестреливает меня? А, ну понятно, как бы ноль отдачи, рукоятка. Какой ник у него? Скажи, пожалуйста, Саука на свиньи. Я не помню, я просто нарушил. Охуеть, блядь. Просто понимаешь, какой... О, здесь тоже меня резнуло. То есть меня резнуло и возле меня двоих врагов резнуло. Заебу, мог я заебу, поигра. Бля, я убегаю, меня твою маму выебу. Сейчас приду, блядь. На нахуй. Я, блядь. То есть, ты понимаешь, да, игра микрофон? Бля, сдохни нахуй, пожалуйста, ладно. То кто меня убил? А, вот этот, блядь, 6 на 6, да, окей. Только зашел, блядь, в игру, я уже тут, блядь, выебал. Я так и не подобрал ни разу. 6 на 6. 6 на 6. 6. А, кувырок. Кувыркающийся, блядь. Ёжик. Четвертый брутал, блять. Четвертый, сука. И все из-за того, что хакерша ебаная у них в команде. Ультануло. Че раз сламс? Ну да. Брутал, блять. Че? Сколько у меня уже бруталов? 55, охуеть. 27 ядерных. Это хуйня полная. Абсолютная хуйня. Тюмень это ебаный, блядь, бомж. В него, блядь, в жизни нахуй стрельну из дробовика, блядь, чтобы он отлетел. Банат, сука, тупой. Ой, как я заебался. А то прохладненько, хды-хды. Вы уже знаете, чем это кончится. Вот бы, блядь, это оптический прицел. Ух ты ж, блядь. Они, короче, фастмаги с другой стороны магазин в БО-4 прикрепили. В БО-3, по-моему, второй магазин прикреплен справа, основного, а вот сейчас слева. То есть охуенный некстген, блядь. Серега 67. Ситуация под контролем. Просто ебанутая дистанция сейчас была. Он меня на 15 метрах с 300 ганнет. Я ничего не мог сделать. Я хотел просто пропушить его с другой стороны и решил отбежать. Бля, да нет, скорее как бы. Да. Ну я хотел его убить, но он за фургоном стоял. Фургон, блин. В домике. Имба. Бля, сдохни, Лаки, можешь сдохнуть? Кстати, стрелял. Блять, вот нахуя ты это сказал? Ну потому что я хотел твою пушку. Накаркал, блять. Бля,
можешь потрогать его? Ну-ка, мушка говнище ебаная. Да, ну похуительная мушка. Нормальная мушка. Мне не нравится. Снайпер, ложись! Да, да, да. Будешь тогда с двумя перками играть. Отдачи все еще нет. Нахуй. Как у меня, блядь! Окок, сука, и лазер, ебанутый, да? Салатик, салатик, блядь, никнейм, салатик. Ты, блядь, овощ нахуй ебаный, я так понимаю. А, ваншот, фулл хп, да, ваншот? Фулл хп, ваншот, да. В углу стоял с работником, и пищу. Не, мне не нравится мушка, так что он по 3 поприятнее. Самая удобная она в Гоу 2. Гоу 3 такая же мушка. Ну, мне она тут толще кажется. А, со снайперкой, блядь, короче. А, и берет милишку, хуй, вот, конечно. Справиться не может с оружием, берет. Шлюха у него. Противник получил припасы. Блять, ну сука, ну почему? Как меня бесят шотганы? Нужно, блядь, иметь 150, чтобы дохнуть шотганом. Просто потому что. Внимание всем. Замечен кабан противника. Ой, трэшер, блядь, спасибо. Пизданутые, блядь, карпэкэйджи. Да. Убил Крэша. Блять, ну я не знаю нахуй, ну как эта игра работает? Почему долбоёбам всегда везет? Ёбаный в рот! Нахуй вы добавили настолько имбовые пушки вот эти вот, да, арбулет пенетрейшн в этой игре, он хуйня. Я в него там очередь зажимаю, чтобы поебать. Я в него буду резать. Да, да, конечно. Ну АК 4 берёт перка. Угроза устранена. Этот хуйсос, это нарочно играет с дробовиком, он не качает. У него, блядь, нету перков, зато, блядь, стоит стимулятор. Противник убил. Стимулятора не должно быть, чтобы? Да, там, чтобы 6 модулей было. Нужно, чтобы вообще ничего не было. Только карточки и модули. Я не могу играть, меня шутганит. Насмерть. Бля, просто хуй пососи. Я на центр респаун поставил. Да, умный пиздец, что ли. А, ну да, вот этот чел тоже умный, сел на бутылочку. С термальчиком, блядь, сидит. Хуй глот, блядь, ебаный. Размечаю площадку. Да, да, приёл его, блядь, сын шлюхи. Другим не умеет. Запускаю генератор помех. Конечно, я ему армор снял, блядь. Наш маяк выключен. Чё, блядь? Штаб, нужны данные из ППЛА. Пушку подобрать всё мог. Ебать их там! Ладно, убивай всех. Мы почти победили. Нахуй. Да, закрыть почти готово, закрепить. Часовой к бою готов. Чё, блядь? Ну чё, ну я одного в движении убил, второго в движении убил, а третьего просто не зарегал. Заебись, блядь. Убил Лидер одного, друг за другом.
На, въебала свинья. Зона захвачена. Силы правительства. Че у меня когда какое, блять? Как? Тарас, приходи. Че за хуйня, а? Руин запрашивает посылку с припасами. Вот как я сейчас этого убил, я не знаю. А, ну да, снял его. Ой, блядь. О, нормальная мапа. Алло? Кто здесь? Это кто, магусы? Висят. Ой. Трусы? Понятно. Фу, Алдимир. Магус. Бонус. Магус. Да. Магус. Вот тебе приятно, когда лаки щит рыгает? Нормально. Мне, короче, пора. У меня жена пришла. Все. Спасибо всем за игру. Тяжело жить, наверное, да. Давай. Пока.